Сатурн. Будьте любезны. Миллиард 400 километров до него, сейчас 400 миллионов километров. Поднимается над горизонтом. Дымка все-таки есть еще в небе. Ну, практически полный штиль. Решил начать я с него. В смысле, с Сатурна. Ну, по-моему, великолепные кольца можно разглядеть. Тяжело, конечно, совсем низко над горизонтом еще Сатурн. Через плотные слои земной атмосферы приходится смотреть. И, опять же говорю, дымка присутствует на небе. Как быстро вверх ползет. Ладно, Сатурн есть. Так, это в кадр влезают огни Салтовского депо. Он у нас как раз прячется уже за здание Луна. Пока есть возможность, ее сейчас сниму. Прямо за строительный кран. Ну да, фотоаппарату проще сфокусироваться. На строительных лесах. Ну лады, в общем-то, мы здесь не за Луной. А по совершенно другому замечательному поводу. Сегодня время, пока буду фокусироваться. Сегодня противостояние Юпитера. Юпитер на ближайшем расстоянии от Земли и на одной линии с Солнцем и Землей. Вот он, наш красавец. 640 миллионов километров до Юпитера. Слева это спутник Ганимед, потом идет ближе к Юпитеру Ио, и прямо сейчас вот из-за самого Юпитера вылезает Европа, спутник Европа. Видно ее чуть ниже. Упс.
Сейчас по центру экрана это Каллисто. Это видно, по-моему, да, Европа. Вон она отделяется уже. Да, 10 июня 2019 год. Харьков. 0 часов 2 минуты по Киеву. Погода нам благоприятствует. Слава тебе, Господи, штиль. Дымка есть на небе, но все-таки значительно меньше, чем обычно. В последние разы, когда я снимал. Грех жаловаться. Оп. Все, потеряли мы Юпитер. Ну, в общем-то, и на том спасибо. Поснимаю чуть позже.